В Рязани может появиться улица имени Дональда Трампа. Горожане создали петицию на Change.org, собирают подписи, и выбор названия обосновали тем, что новый глава Америки – большой друг России и защитник традиционных ценностей. Создатели петиции хотят передать документы в местную думу, но на самом деле такие вопросы рассматривают не депутаты, а топонимическая комиссия города. И вот эта комиссия уже пообещала рассмотреть заявку. Коли письмо поступит, мы обязаны, несмотря на то, что оно в таком странном содержании, мы обязаны его будем рассмотреть. Да. Вот. Но я сразу уже предрекаю результат. Конечно, мы, разумеется, откажем в этой просьбе. Но, во-первых, это противоречит нашим нормативным документам. У нас в положении о наименовании вот, улиц города Рязани прописано, что присвоение имен известных, фамилий, жителей города, граждан России и зарубежных стран может производиться только по истечению 5 лет со дня смерти указанных лиц. На самом деле рязанцы хотят переименовать улицу с недвусмысленным названием «Вторая Безбожная». Название не соответствует российским ценностям, оскорбляет религиозное чувство верующих, говорят жители. Кстати, в Рязани есть еще и Первая Безбожная улица. И вот в топонимической комиссии говорят, что название менять надо, но не в честь Трампа. Мы обратились генплану города Рязани и выяснили, что вот в этом районе, где находятся эти две улицы, будет вестись, уже ведется бурное жилищное строительство. На месте ветхих домов по безбожным улицам будут строиться огромные многоэтажные дома. И договорились мы с БТИ, Бюро технической инвентаризации, что они будут присваивать имена вот домам, адресную привязку делать по соседним улицам. Вот. Таким образом, вот в ближайший год-два эти улицы сами по себе исчезнут.